общий, а не в... Я на тебя смотрю, и ты мне освобождаешь это место. Его даже в Дискорде нет, чтобы вы понимали. Ну... А здесь у нас Херейт. Это кто, Вулкада? Господи, уберите его от меня! Вот так вот, репутация превыше всего. Так, вы готовы? Нам крышу сломали! А, да... Клайп, ты шо? Голуби! Зачем? Тяжелые что нынче пошли. Клайп, спускайся! Я просто наблюдаю! Спускайся сюда к нам, крышу закрой! Брони, давай. Да не хочу я спускаться, я тут буду! Клайп, если я спустился, тоже задержи дыхание, ничего не почувствуешь, спускайся! Я же говорил, сорвут свадьбу. Все, да ничего не сорвут. Видишь, давай броню снимай. Сними броню. Буду, да, ну, сними броню, будь как человек, хоть ты и кот! Да мне страшно, видишь, броню снимай. Он страшный какой-то. Это кот, да, ты его лицо видел? Жизни, успокойся. Господи, да, ну подумаешь, ну лицом это... не вышел, что поделать? Ну да. Так, все, вот вы готовы? Вы готовы? Ну как да. сказать, я не против, если я банан поем? Ешь, но я буду речь одновременно говорить. Начинай. Чё? Давай. А сосиска я... второй раз женится, что ли? Да нет, не мешай, нет! Серьезно? Заткнись уже. Все. Так. Вот ты на расхват, конечно, сосиска. Итак, приятного аппетита. Да, приятного. Продолжаем. Да, да быстрее давай, ждать, я что тут надо стоять. Да заткните Итак, уже кот. Начинаю. Так, подожди, кто именно, какой кот, я или он? Да, да, да ты арбуз, он кот. Да, ты мой никнейм видел? Ладно, тогда вообще непонятно. Ну что-то среднее. Ты на мое лицо посмотри. Да ты начнешь уже эту свадьбу, меня тошнит уже. Все, продолжаем. Итак, начинаем, начинаем. Дорогие друзья, невеста, невеста, заходи. Невесту ведите сюда, где этот... Господи. А кто невеста? Кто невеста? Как будто я ты не невеста! Знаешь. Как будто ты не знаешь, кто невеста, да? А, Все, тихо-тихо, невеста идет. Вначале стрима в чат писали, кто невеста. Я в натуре не знал. Это не Флозер, Харейт, не надо. Это мой сопровождающий. Так, я... Флозер. Стоп. Флозер, сидеть, Флозер, сюда иди. Нет, совсем уже? Ну, все, нет, я тут буду стоять. Я буду стоять. Он приглашенный, все, веди. Так, ой, ё-моё, как много людей. Так, сейчас, надо собраться, я нервничаю, просто столько людей. Все, я извиняюсь, если этот кот издаст еще один звук, мы его выгоним. Я согласен. Кота не трожьте. Начинаем. Дорогие друзья, сегодня мы собрались... чтобы отправить в долгую жизнь, в замужнюю жизнь, в счастливую жизнь Наташу и Корби. Держись, не Вячеслава. Я не знаю, что говорить, у меня речь не подготовлена, к сожалению. Ну ты в смысле, вот столько свадьбу готовили? Мы час знали. Я книгу потерял, меня книгу украли. Вот тут была книга, ее украли. Все, да говори что-нибудь уже. Я вторая свидетельница, я продолжу. Подождите. Нет, дай моя свидетельница, она явно поумнее тебя, давай. Подожди. Свидетели, вы должны доказать то, что они женятся, и это все по-настоящему. Флозер, выходите. Давайте я начну. Флозер, давайте. Дама, уступи женщине, невоспитанная. Хорошо, сосиска первая, давай. Хорошо. Так, нет, давай он начнет. Ладно, все. Давай, Флойд. А может и потом я, Да. Нет. Как только будет голос протестующим и всем, кто не согласен, вот тогда и заговоришь. Так я не, у меня просто есть что сказать. Нет. Я бы попросил, секундочку. Слава, я помню тебя еще, знаешь, ну вот помню юнцом, помню, как мы с тобой в детстве футбол гоняли, помнишь? Ну было клево, да, как ты рассказывал, то, что ты... То, что ты хочешь найти спутницу сердца, с которой ты будешь жить всю свою жизнь. Которую ты полюбишь раз и навсегда. Это что за вандализм тут? Так он дурак яму тут вырыл! Подождите, господи, ненормально, нафига ты меня сюда сбросил, Бишка! Бишка обалдел. Да что опять? Да вылезьте оттуда, ненормальные! Свадьбу срывают! Я не срывайте свадьбу, что вы делаете? Все, встаньте на место и ждите! Уберите! Это очень важный день для меня, пожалуйста! Уберите воду! Зачем вы женщине портите день? Все, можете продолжать. И ты тоже здесь. Я продолжаю речь. Я могу продолжать речь? Да, продолжай. Муж, пожалуйста, на место. Нет, я тебе не разрешаю. Слава, вернись, пожалуйста. Дорогой, господи, на место встань, пожалуйста. Где я забаню? Вы нафига пол ломаете? Смотрите на свадьбу! Чё там происходит? Чё они делают? Чё происходит? А! Где я? Костя, да мне нафиг закрылись здесь, ненормальные! Вытащите меня! Вылезьте отсюда! Скоро вернусь.
В лодку сядь, вот. А, ну ладно. Господи, сейчас этот Натаха уже заплачет. А кто снизу копается там? Что да происходит? Ненормальные. Не дай бог Наташа заплачет. Она уже плачет. Все, продолжай. Флозер, флозер закончил, продолжай. Да нет, да Костя, дай мне. Ладно, хорошо. Знаешь, Слава, я вот смотрю сейчас на вас, и у меня аж слезы наворачиваются. Я вижу, что это правда искренняя любовь. Вот, ну, не знаю, я смотрю и нарадоваться не могу. Я желаю вам всего самого наилучшего, Слава, Натаха. Я желаю, чтобы вы прожили свою жизнь счастливо, бро. Спасибо, Флозер. А что там горит? Да не, ладно, все, не обращай внимания, не обращай. Все, давай. В принципе, я думаю, самое главное, чтобы было здоровье и счастье. В принципе, теперь может говорить сосиска. Господи, да уберите вы этого кота! Клайб, ты вообще что ли? А, меня за что? Да, господи, какая-то непонятная... Да что вы делаете? Ты нафига меня ударил? Вы срываете свадьбу! А что здесь вулкан-то меня? Господи, вы можете сесть уже нормально! Подкоп вы тут устроили, вы срываете мне с дивент! Слушай, ты! Флозер, Флас! Да дать я выберусь уже наконец-то! Я вообще-то водопровод чиню! Да вы пригласите гостя, просто сиди! Я писать хочу, не буду сидеть! Все, встаньте, пожалуйста, нормально! Выйдите себе вперед, чтобы никто ничего не срывал! Ты вот куда ты провалился, Квей? Закрой его там. Жених, уйдите, пожалуйста, из канализации. Я вас прошу. Да, сейчас уйду. Можно мне вернуть моего мужа, пожалуйста? Муж! Сейчас! Да вы меня закопали! Вот если бы вот этот вот... Ну мне... что за организация свадьбы такая, а? Да ты её портишь! Ты портишь! Подожди, пожалуйста, ты не срывай красный, ты красный, не знаю что. Ты молчи здесь, это не твоя свадьба. Чё, балда? Прости, случайно. Всё, давайте продолжать, давайте, всё, правда, давайте уже. Продолжаем. Вышел отсюда! Вышел отсюда! Вышел! На улицу давай! Давай, ты, давай, Клайб! Подожди, а что он снизу делает? Да не важно. Не важно! Это водопроводчик. И здесь что, водопроводчик? Ты хоть у меня в команде, но ты неадекватный. Стой здесь! Истину глаголишь. Свали, продолжайте. Муж. Ты давай, Флозер. Давай. Муж, разденься. В принципе, самое главное, я пожелал. Смотри, муж, разденься. Ты с ума сошел? Подождите, мы разойдемся, потом здесь. Раздевайтесь уже. О, броня, о. А, так надейте, брат. Нет. Да сними ты броню. Сними. Все. Я говорю, счастье, здоровье, я пожелал, в принципе, самое главное, чтобы вы жили счастливо, бро, я надеюсь, убери динамит. Почему Данила бойплей на крыше, я не понимаю? Да какая разница, что? Да какая разница, гаргулья. Все, тихо, не срывайте свадьбу, тихо, все. В принципе, я все пожелал, сосиска, я продаю тебе слово. Можно спросить у тебя? Да, давай. А что у тебя за костюм странный, это веревки, извини? Слава, не надо, Саша, тебе слово. Какой был? Ну, что я тебе могу сказать? Странненько вот себе мужа нашла. Чё? Ну, да, не лучший вариант, так сказать. Я случайно! Я не хотел! Это твой котяра! Я говорил, не стоит их на свадьбу звать! Слушай, ну мы позвали весь сервер, нельзя делать исключение. Да, ребят, что вы делаете? Мы могли быть исключением, конечно. Клад на улице стой! Не я заходи! На улице, Эдуард! Вот там никуда и стой! Никуда внутрь не заходи! Я не заходил внутрь! Может, останешься, пожалуйста. Есть лава у кого-нибудь? Нет, что, давай не будем на них обращать внимание. Ладно, я и так уже почти починил водопроводы, хватит. Пожалуйста, я не хочу. Подружка-невеста, встаньте, давай, продолжай, я слушаю тебя, моя дорогая. Так, на чем остановилась? А, ну, короче, муж у тебя странненький. А ты уже успела развести за эти 2 недели, все нормально? Нет, у меня муж есть, все хорошо, живем. А где муж? Вот именно. На работе. Да, он работает, понимаешь? По бабам шляется, все понятно. А почему все в броне-то? Нет, он у меня верный очень. Какая разница, пускай будет в броне, пожалуйста, продолжайте. Александр. Броню сними, Квей! Так ты тоже. А, ну да. Ну, в общем, если он тебя будет обижать, ты прям мне скажи, я его прям... На! И вообще, я знаю, моя дорогая, знаю. Но поверь мне, я в своем выборе не ошиблась. Этот человек показал мне, что такое любовь. Этот человек показал мне, что такое мысль. Так, Эдуард. Этот человек показал мне, каково это, когда тебя ценят. И когда твой труд не эксплуатируют. Эдуард, я могу вам на ушко шепнуть кое-что? Он очень ценит меня, он обо мне заботится, поэтому... Игзанил, да ты уже заколебал, мужик. Я украл невесту! Он адекватный? Забанить, вы можете свалить отсюда, пожалуйста, не срывать свадьбу. Да. Вылезьте, пожалуйста, Экзанил, я сейчас тебя выгоню из мокрого вантуза.
Да выхожу, вот. Я выхожу. И Клайпа тоже, пожалуйста. И Клайпа тоже, еще раз тебя увижу, кот, здесь. Вот вам и плоский кот. Так вы можете не срывать, это священное событие. Вот именно, не срывайте, не срывайте. Все. Я хоть их ненавижу, но они сегодня нам ничего плохого не делали. Вы все сказали, Александр, вы все сказали? Ну, хочу пожелать тебе долгих лет любви. В общем, чтобы у вас все было хорошо. Это я так, это я про себя. Вы не должны были это слышать. Ну, в общем, еще денег. Ну, в принципе, все. Ну и все. Спасибо. Нафиг счастье, нафиг здоровье, главное вот денег, да. Ты на Флозера, смотрите, у вас костюмы похожи. Ну что ж, мой дорогой... Стоп, подождите, пока рано. А теперь самое главное. Не, ивенты потом будут мероприятия всякие и так далее. А теперь самое главное. Если кому-то не нравится данное бракосочетание, мы просим его выйти. Мы просим тех выйти вперед, заявить об этом. Ну, мальчик опять, как обычно. Я протестую! Наша мнение учитывается! Ладно, мокрый Вантус, но ты-то чё? Я протестую! Сядь на место. Держи голову холодной. Сядь, они уже все это выяснили. Я протестую! Почему? Я попросил! Мужчина, объясните. Да подожди, Костя, я хочу разобраться с этим молодым человеком. А теперь разреши поинтересоваться. Почему, когда я поймала букет, ты просто убежал? Какого черта ты протестуешь? Я был рядом! Какого черта ты протестуешь и мешаешь моему счастью? Уйди отсюда. Что ты сказал? Уйди, сказал отсюда! Это место, я сказал! Флозер, не держи меня, да я его ударю! Флозер, не держи меня! Не надо, тише, я сама с ним разберусь. Ты дурак! Я протестую! Сосиска! Данил, ты что сделал? Ты дурак! Салют потом должен быть. Слушай, у меня динамита нет никакого. Где их, Данил? Что ты меня бьёшь, Волкана? Меня бьёт Волкана! Это не я! Ты что творишь? Что такое? Что делаешь? Не срывали мне торжество, пожалуйста. Меня бьёт Волкана, спасибо. Данил, ты изгнан! Я ничего не сделал! Изгнан из этой деревни! Всё. Вас не смущает, что жениха бьёт какой-то рандомыч? Я прошу за мной, у нас есть еще одно место для церемонии, поскольку есть дурачки, которые все сорвали. Да, салют. Чего немного не делать? По плану пошел. Смотрите наверх. Лузер, спаси меня, меня бьет волк. О, собака. Успокойся там! Кот! А, можно вопрос? Я можно спокоен. Вопрос? Ну, от вашей банды, это что такое там на крыше? Какой крыше? Кот! А вот коты любят по крышам бегать. А их задел Лизгнан! Псих ненормальный, нафиг! Ты зачем этот динамит в церкви поставил? Я вообще-то водопроводы чинил снизу. Динамитом? Какой динамит? Трубы прочищал, да, динамитом? Да! Эдуард, это был человек из своей банды, почему вы... А все, его здесь нет. Ты видишь, что его здесь нет? Я уважаю эти традиции. Все, его здесь больше нет. Да, хорошо, я уважаю. Если я увижу его, это война. Подождите меня назад, это что было? А что Слава? Брат, кота в сапогах, что ли? Да уйди отсюда! Что со Славой? Я смотрю! Почему Слава стал собакой? Это мой двоюродный брат. Да не, он не собака, господи, кот. Костя, вот Слава. Вы что делаете, Эдуард? Не мешай церемонии! Да я не мешаю. Она закончится, мы еще успеем это наши дела порешать. Какие дела? Какие ваши дела? Подождите. Какие дела, я не понял. Пожалуйста, давайте продолжим. Делишки, дела. Давайте продолжим. Да, все, продолжаем. Итак, еще раз, я спрашиваю снова. Есть, не надо спрашивать, не надо, Костя, просто не спрашивай. Нет, есть ли здесь тут те, кто против данного бракосочетания? Ведь у вас есть последний шанс заявить свое мнение. Почему? Я протестую! Почему? Хорошо, давай объясняй мне, почему? Почему ты мешаешь мне нормально жить? Почему ты мешаешь мне построить мое счастье? Ты не ценил меня, когда я была... Ты ее муж! Ты собираешься строить счастье вместе с этим? Ты посмотри на него! Ты посмотри на него! Говно и воняешь, какое счастье! Да ты воняешь, ты воняешь! А ну не стойте здесь! Ты мог, успокойтесь! Кто Фантомов на свадьбу пригласил? Это мокрый Вантус все! На его месте, Хрейд, на его месте мог быть ты, но ты упустил меня! Ты не ценил меня! Ага, ты кого бьёшь? Опять драка, бежим! Я тебя сейчас сотну! Всё, это место. Хрейд, ушла к другому, ну и пускай валит отсюда. Ну тебе какая разница? Что думаешь, что ты? Одна Наташа на этой планете, что ли? Всё. Всё, я ухожу отсюда.
Хорошо, пусть уходит. Разговаривай! Уходи! Видеть тебя в своей жизни больше не хочу! Брат, ой, жесть. Поддержи меня, пойдем со мной. Нет, нет, да нет, подождите, вы их а закончите, я... давайте. Сейчас они закончат, я уйду тоже. Давай, так, говори уже, говори! На чем я остановился? Да уже скажи не то, важно. Что они поженились, муж и жена, и пускай все. Они поженились, как муж и жена. Почему у тебя динамит в руке? Какой динамит? Динамит. А, ты на динамит морковку подумал? Выкинь динамит мне, быстро. На морковку, понимаешь? Ой, да. Это нейтральная территория, тут ничего нельзя никого убивать и взрывать. Их Данил взорвал церковь. Чё ты врёшь? Я же не взрывал, Костя! Вот запомни свои слова, запомни, запомни. Всё, всё, тихо. А теперь я хочу сказать самое главное, зачем мы здесь собрались. Я... О, спасибо за динамит. Я объявляю Натаху, Сет Пижон и Слава Вячеслав Корби мужем и женой. Горько! Можно вопрос? А, невеста просто нет. Поймал, пацаны, поймал. Ты поймал букет? Да. Ну все. Ну иди на Стаси же, не знаю. Наконец-то у Стасика муж появится. Нет. Мне не надо, херня. Сжечь его, все. Стасик, до конца жизни одна будешь, все. Да блин. Да что? Все. Закончилось торжество спасибо, это! Расходимся! Спасибо, подарки молодоженам! Да, ты себе не подарок! Еще раз ударишь ее! Еще раз ударишь ее! Иглобрюх тебе, иглобрюх мужу! Просроченный, вонючий! Драка! Драка! Да нет, никакой драки нет! Все, мы можем уходить отсюда! Да, конечно! Пойдемте, пойдемте в ресторан отпразднуем, что ли? Слава, как же брачная... Слава, как же брачная ночь? Да. Сейчас день, если что. Мы должны помянуть Славу, так как он женился. Ну да. Я никому мальчишник, поминать не знаю. Здравый смысл Наташа мальчишник, тоже поминать. Мальчишник, да, мальчишник. Давайте мальчишник. Натаху тоже помянем, потому что она женилась. Костя, куда идем? Костя. Замуж вышла. Ресторан. Ой, да-да-да, замуж. Такой ресторан не там вроде. А где ресторан? Вот, так я бегу, что вы за мной-то идете? Вот там вот новый ресторан я отстроил, правда он не готовый, ну ладно. Там мальчишник, только пацаны. Да, сейчас мальчишник будет. Сейчас. У меня же этот... Секундочку. Триггерит эти нажимные плиты, я везде уже ловушки вижу. О, банан, здорово. А, сюда никто заходить не может. Можно? Тебе а можно, да. Костя, тут мальчишник или что? Что хороший, тут, хороший. Тут, короче, дом. Маленький столик, отойдите. Давайте. Мужики, садитесь. Тут маленький столик, в этом проблема. Да. Ты уверен, что мы поместимся сюда? Да. Арбуз. Что... Все, можно начинать пати, я считаю. Тут есть второй этаж. Так, ну они идут или нет? Выйдет! Ты чё? Ты чё? Я присутствую со своим мужем, все хорошо. Где твой муж? А где твой муж? Кто ломает что-то? Кто что-то? А. Я делаю. Клайд. Это нейтральная территория. Это кто сделал? Где этот котяра? Где этот котяра? Клайд, какого черта? Клайд, ну ты... Я тебя сейчас изгоню из мокрого вантуза. Где он? Он убил мою жену. Где он? Вот он здесь прячется. Это ты убил мою жену сейчас? Нет, не я. Это ты женился на Наташе. А кто сломал пол? Я тебя сейчас... Кто пол сломал в этом доме? Пол застройте! Бейте Славу! Ты дурали! Трогайте моего мужа, это нейтральная территория! Вы видите, что они делают? Вы не имеете права! Если кто-то кого-то убьет на нейтральной территории, будет забанен, Клай. Последний раз говорю. Последний раз и получаешь бан. Застройте мне вот это, застройте мне пол. Вот это мудро. Какого фига, Данила, бейплей, какой-то мой дом зашел! Это кто? Ой, извиняюсь, извини. Ничего, ничего. Все, давайте в ресторанчик пойдем посидим, ребята, ну. Пойдемте в ресторанчик посидим. Да. Все, нас накормят, и мы отсюда свалим. Вот тут, давайте уже вот тот. Пойдемте вот в тот лучше, потому да что. Да мне пофиг какой. Этот недоделан еще. Хорошо. Ладно, пойдем в этот. Да, ну... да кто-то или все, этот, да, ты определись. Все, проходите. У меня ничего нету. Куда идти-то? Где стол? Давай тот, там столы хотя бы есть. А нам тащи еду срочно! Короче, пойдем в тот. В первый раз. Что за похоронная музыка, прям как эта свадьба. Ладно, туда. Хорошо, пойдемте в тот ресторан. Или можно в Starbucks тоже не доделанный. Нет, туда. Starbucks тоже старый. Недоделанный. Все. То старое здание. Свадьба закончилась, мы можем отсюда валить. Отпраздновать надо ресторан. Да вот вы празднуете. А что праздновать-то, да? Старый тебя не держит. Ну, я же говорю, помянуть Наташу и помянуть Славу. Ну, помянуть, да. Помянуть их прошлую жизнь. Клайп, успокойся! А, так я на разведку. Ты что делаешь, дурачок? Нейтральная территория, я летаю. Садись, садись. Наверх. Разлёгся. Клайп, всё нормально. Крышу сломал. Всё хорошо. Ну ладно. А что не так? Ну главное, чтобы у тебя всё хорошо было. А что те другие люди думают, неважно. Ладно. Что происходит? На высокий этаж идите, на самый высший. Идите наверх.
Ну мы с Флозером уже обосновались, где остальные-то? Наташ, ты где там? Так а меня не пускают, вот меня убивает Клайп. Клайп убивает? Он не убивает, он совершил ошибку и уже поплатился за это. Он даже не извинился. Клайп, извинись вот перед ты... Наташей, это нейтральная территория, здесь нельзя ни убивать, ни взрывать, ничего. И ты, Экзанил, тоже извинись. Быстро сюда, ко мне, быстро извиниться! Всё, меня вулкан убивает, подождите, скажите ему, чтобы перестал. Смотрите. Что он делает, пусть... Эдисон? Посмотри. Пусть идут посмотри отсюда. Пусть убивайте отсюда его. Хайра, он да, не да в моей группировке, мне на него вообще пофиг. Пусть... Я жду извинения перед... Я жду извинения. Клайп, извинись перед женщиной. Клайп! Вместо Наташи, Наташи. Клайп! А меня зачем бить? Это не Клайп. Ну, его брат, Котса, где Клайп нафиг? Клайп, ты чё игноришь? А Клайп, Клайп трус. Клайп! Он не хочет признать свою ошибку и извиниться передо мной. Иди извинись. А, что? Извини, иди извинись перед Натахой, Экзанил тоже давай, извинись. Да, давай мне в лицо. Давай. Извини, Натаха. Молодец. Спасибо. Теперь ты. Мы тебе коем купим. Вот ты его, на его держи зубы посмотри. Я извинился. Все, молодец, все. Я сказал извини. Он сказал извини. Ладно, ладно, хорошо, хотя бы так.